Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Game. С вами я, Скиф. Продолжаем играть в Ядерный Трон. И почему бы нам не поиграть сегодня за, пожалуй, моего любимого персонажа Юви. Золотой сплинтерган, две короны у нас разлочены, Бескин. И пора бы короны с L1 лочить. И можно попытаться вылепить именно милишный билд на нем за счет его ультра 1. Но тут посмотрим по ситуации, какие нам мутации зайдут. Потому что мы-то планируем одно, а игра нам несколько другие варианты подкидывает, как правило. Ага. Ну, по крайней мере, уровень. Давайте смотреть, чем нас игра порадует. Игра сразу радует. Ну, это явный намек на то, что мили билд, да? Милишные билды мне очень понравились в этой игре. Почему бы нет? Шотган, хорошо. За шотган я только за. Мне тогда пока что смысла нет открывать сундучки. Меня там не ждет пока что ничего хорошего, чтобы я хотел получить. И Bolt Morrow, конечно, вариант. Или Impact. Если я пойду именно на милишный билд, то Bolt Morrow может стать лишним. Либо если у меня комбинированный будет, то Bolt Morrow все-таки зайдет. Потому что не факт, что мне вот именно на мили-мили, то есть именно в двух руках, именно милишное оружие. То есть не факт, что мне вообще такое оружие дадут. И я когда один играл не на запись, мне так везло. У меня был в одной руке электрический молот, а во второй меч. И то есть молот там и билд довольно неплохой зашел, там и страшное лицо, и триггеры, и все как надо было. И Long Arms, и Laser Brain. И все шло неплохо, я не помню, на чем я там погиб. По-моему, от элитника, да, от плазмы. Но билд очень неплохой получился. Если ультра я еще когда взял, то там скорость такая нифиговая взмахов. И это все здорово, но главное, чтобы оружие зашло. Можно, допустим, супер сплинтер ган. И просто меч лазерный, это тоже хорошо зашло бы, если получится. Ну да ладно, не будем загадывать. Будем отталкиваться от того, что нам игра выдаст. Пока что неплохо опыт идет. Мне нравится. Но это неплохо. Это не супер. А, крокодильчик. Ау. Ну, опять же, эту не трогаем. Под это я подразумеваю. Сундук красный. Гамму брать не хочу. Трон из ад я тоже бы не очень хотел. Что не факт, и он вообще нужен будет ли мне. Не... Лаки шот берем тогда, что делать. Лакишот будет мне как-то регенерировать патроны. Не оптимально, но игра не оставила особо выбора. Окей. Да ладно, грёбаный гад, я же его еще слышал. И что-то как-то. Вот и все, да. Планируй, не планируй.
Все же хорошо шло, хороший билд, ну более-менее, начал выстраиваться. Игра. Серьезно, да? Да уйди нафиг отсюда. Иди туда к коробке. Не хочешь? Вот сюда иди. Не, он максимально далеко отбежал. Упырек. Энергия. Ну окей. Strong Spirit, ладно. Да, не стоит недооценивать ассасинов. Но подлые твари. Однажды зазевавшись, можно поплатиться очень просто за это. Что, собственно, мы сделали? Просто заплатили сразу за все на свете. Так, где ж ты, боссик? Не хочу драться с боссом, когда кто-то за спиной. Где он вообще? Минус. Ну это в принципе минус, окей. Сундук опять же не открываем, ждем большого сундука. Крутыми пушками, ну, в идеале, конечно, с крутыми. Last Wish. Это джунгли. Стресс. Ладно, вены. Вены хороши. Недооценивать их я не рекомендую. Потому что от взрывов здесь довольно часто умираешь. Вены дают возможность не умирать от взрывов, что, конечно... Очень и очень круто просто. Это нереально круто. Оп, аккуратненько надо. Так, чуть-чуть опыта. Чуть-чуть, а вот сундук... Хорошо. Ассалтер слагер. Да. Флейм шотган. Нет, ассалтер слагер он стреляет тремя выстрелами. Он неплох. Он очень неплох. Дуэль один, во всяком случае. Так, триггеры мне бы не помешали. Мне бы вот это все не помешало, вот этих три. Ресайкл не очень. Ладно, регенится оно важнее, как правило. Не всегда, но это очень важно. Так, долбанный ниндзя. Убился. Красавчик. Серьезно? Выживает. И выживает. Оу. Да. Вороны способны радовать внезапной очередью. Что не супер. Ну и давайте еще сундук подождем. Нам нужно что-то действительно хорошее. Еще один гребаный ниндзя. Добьет тут уровень, нет? Надо поглядывать по сторонам. А то как-то расслабился в прошлый раз внезапно, непонятно с чего вдруг вообще. Ау! Да вот не надо мне тут
начинать-то, а? Ну, спасибо. Других мест вообще нет. Да вы издеваетесь, что их столько много? Ворона спамит, как не знаю кто, как ворона. Только как ворона, которая спамит именно. О, автоматический арбалет. Так, кто жив? Понять не могу. А, никто не жив, просто портал упорота появился абсолютно. Так, да, да. Автоарбалет хорош. Тогда мне нужны Bolt Morrow. И можно было бы какой-нибудь супер... супер базуку. И автоарбалет, я думаю, было прикольно комбо. Но вряд ли мне кто-то даст. Так, Lucky Shot нет, импакт. Мне нужен... мне нужна лапка, да? Страшное лицо бы не помешало. Триггеры бы не помешали. Так, у меня еще 4 мутации, может быть. Хм. Я так задумался, как будто реально я решаю, что мне же там выпадет. Тут это так не работает, да. Супер. Хм. Хэви. Хэви хорош. Неплохо взрывает. Я его, пожалуй, оставлю. Я авто. Да, да. Тем более у меня вены есть. Блин, ну супер, супер, супер. Супер, супер, супер. Арбалет. Нет, у меня авто будет на раздаче, а... Супер-арбалет, конечно, крут, но патроны жрет страшенно. Лапкой Bolt Morrow. Что я хочу? Я хочу арбалет использовать. Лапка мне еще придет. А если не придет? Черт! Просто без наводки. Достаточно печально использовать автоарбалет. Он слишком шустро тратит болты, чтобы они еще и не попадали. Да, надо чаще пользоваться. Опять супер, да вы смеетесь? Гранатометом надо почаще пользоваться. Все будет супер. Две гранаты. Ау. Так, не то. Да, надо аккуратней. Я не хочу с Лил Хантером столкнуться, когда у меня будет мало здоровья.
Так, вот, не надо только целиться всякой тяжелой фигней в меня. Да. А вот мне надо целиться как-то получше. А то что-то совсем косой. Ха. Energy Hammer. Не, штука хорошая, у меня длинных рук нету. Так, ну хорошо, у меня сейчас, если появится, то я, может, его и возьму. Если длинные руки появятся. Хотя, не факт. Меня более-менее устраивает то, что у меня есть. Хаммер, конечно, крут. Или взять. Ладно, сейчас посмотрим. Игра. Да, игра мне говорит. Не парься. Играй с тем, что есть. На тебе лапку. Но это не значит, что я не могу немножечко побегать. Очень даже могу. Не, штука прикольная, блин. Это очень прикольная штука. Учитывая, что у меня есть лапка. Импакт. Ну нет. Эффективно я ее все равно использовать не могу без лазербрейна. Так, кто-то жив. Лайтнинг шотган. Кто жив? А, я ж тебя оставил, да? Ну хорошо. Погнали. Сплинтер. Я, пожалуй, сам-то останусь. Авто очень скорострельный. И да, это и основное преимущество. Он очень скорострельный. Поэтому не вижу смысла менять. Ну, давай возьмем болтов. Погнали дальше. Тем более, у меня нет триггеров. Хорошо. Живем пока что. Ай, игра, что ты делаешь? Lightning Cannon. Хорошая штука. Но нет. Я со своим гранатометом останусь.
ибо он мне на троне понадобится. Lightning Cannon хорошо. Lightning Cannon хорошо было бы. Стресс, возможно. Или эйфорию взять, чтобы помедленнее патроны летели вражеские. Ну просто ничего лучше, реально. Дай сундуки, сволочь. Ну ладно. Что я хочу, кстати, из мутации? Я б не отказался от второй кожи на самом деле. Лапка есть, болтлору это есть. Или страшное лицо, или вторая кожа. Ну, давай попробуем. Что теперь делать. Так, я все болты потратил. Я молодец. Чем я сейчас драться буду? Хаммерхед. Сойдет. Ты где? Так, болтов отсыпьте. Мне ультру надо. Хаммерхед есть? Ладно, выживем, наверное. Раз хаммерхед есть. Хэви. Живем. Что там накидал? Шотган нет, гатлинг-слагер нет. Неинтересно. Опыта мало, тоже не супер. Еще один уровень. Хэви авто, не. Обычный получше будет.
Я не хочу заряжать эту фигню. Сдохни где-нибудь рядом. А, лайтинг шотган, это все не то. Ультру зато дали. Это хорошо. Блуд кэнон. Ну да, мили билд совсем не задался. Поэтому четверной выстрел по двойной цене, почему бы и нет. И дайте мне супер базуку, наверное. Ох ты ж. Нюк. Супер базуки я, походу, не вижу. Есть, конечно, ультра арбалет. Супер плазма. Может, супер плазму взять? Закидывать в толпу. Флэг кэнон. Ну, супер плазма, она реально на два выстрела. Но там зато каких? Это да. Блин, а базука, базука. Вот когда надо, нет нужных базук. Нюк. Нюк, он мощный, конечно, но он очень медленный. Мне проще плазму будет закинуть в кучу и самому накидывать. Больше я ничего такого не вижу. Energy Sword. Ну, меч, конечно, весело, но у меня под него вообще ничего нет. Light Cannon просто взять. Или все-таки супер плазму. Сколько супер плазма тратит? Она на бам делает, бам делает. Просто мега бам делает. Это да. Я потратил сразу все патроны с этой ультрабам, почти все. Lightning Cannon. Так, где мой авто? Блин, это сложный выбор. Нужна ли мне суперплазма? С одной стороны, почему бы и нет, аж офигенная штука. С другой стороны, может быть взять Lightning Cannon. Да? Тоже же вариант, правильно? Суперплазму в толпу кидать? Очень даже. Весело. Ладно. Чем мучиться? Давайте суперплазму возьмем. Или нет? Или Lightning Cannon все-таки. Lightning Cannon как бы все-таки более надежный вариант. Либо вообще нюк взять. Нюк, он веселый. Он вообще бабахи делает. Где еще? Давайте вообще нюк возьмем. Почему нет? Мы еще с ним ни разу не бегали. У меня вены есть. Минус боссы сразу. Гиперслайдер. Да. Нюк веселый. Но в этом ему не откажешь. Он делает очень больно врагам. Сойдет.
А я не прочь, чтобы врагам было очень больно. Совсем не прочь. Отвертка, действительно. Куда же без отвертки-то в этой жизни денусь? Ау. Да, надо. Иногда надо учитывать, что нюк он даун. Он мощный, но долго летит. Воу. Харе тут устраивать. Где лягуха? Во-во-во-во-во-во, сколько яда. Это мне совсем. Два двойных, два четверных получается выстрела, и нет лягухи. Да, это приятно. Нюк тащит, да. Нюк он так... такой. Серьезно, сколько вас там? Также против боссов, ну, любых, нюк офигенен. Даже против трона. Просто ходи и... радуйся, как говорится. Так, где-то один там барматун есть. И именно он меня сбил. Действительно. Не иначе. Ну хорошо, нам Strong Spirit восстановить-то не такая проблема. Уж, уж. Но надо быть аккуратней. Менты очень опасны, не стоит их недооценивать. Да умри ты! Расстрелялся, у меня внезапно кончились болты, почему бы не восполнить? Надо следить за этим, да. Я не хочу пока что. Спасибо, нет. Ну, болтов мало, беда. Thank you.
Да. С собакой Нюк также разобрался. Достаточно шустро. Тут как бы нет разговоров. Особенно учитывая, что у нас четверной выстрел Нюком. С двойной трата. Это да, это жестко. Это бам просто. Просто слышь, ты кто такой, давай до свидания, и все, нету. Хорошо, что у меня был и есть вены. Были и есть. Иначе мне этот бомберман бы мог прикончить. Из темноты выбежал, его даже не видел. И вот три выстрела, чтобы не делать, проще было четверным расшиндарахнуть. Но кто же знал. Бум. Прощай, элитник. Где-то на орбите околоземной он уже, наверное. Так, машинку бы я хотел поймать. Только не лбом. Да умри ты! В самом-то деле. Фу, живем? Да, Нюк, не подводи меня. Будь красавой. Так. Надо тащить во что бы то ни стало. Надо тащить. Как бы только выжить во всем этом тащунстве. Но надо. Тебя на всякий случай. Оп. Ага. Ну это удачный спаун, конечно. Это сейчас без сарказма, это реально. Ау. Бум! Пока, собачка. Я тебе был рад. Когда-то. Это так не слабо бомбануло. Ну там я с перепугу четверным шмальнул, чтоб наверняка. Ну и как бы сработало. Прям наверняка. Двойной шотган. И где-то это гатлинг? Нет, обычная. О, живем пока что. Так, 5-1. 5-2.
Как вы, подонки, выжили? А? Рассказывай, элитник, о жизни своей тяжелой. Элитной. О тяжелой элитной жизни. Блин, ну не хотел я лезть к короне, брать я ничего не буду. Затолкали. Или что? Вас раз залезли, корону на патроны, нам оружие не нужно. Так, где ты там? Где это сволота? Я ж чувствую, что где-то рядом. Где там разбухтелся? Бухтелка! Привет! Еще кто-то бухтит. Поцелуй, блин, нюк лаунчер. Ну, его снаряд, вернее. Но суть это не меняет. Техномансеры. Учитывая, что у меня вены есть, там все-таки будет попроще, потому что там куча бомберманов, но это лишь немного полегче. Это нифига не легче. Началось, прям сходу, что ли? Получи, фашист! Не надо вот этого. Так. Thank you.
Где еще один говнюк? Когда ты успел выстрелить? Вопрос. Так, что тут? А, птичка. Больше патронов. Так, там кто-то бегал. Лазер это страшно. И сейчас будет очень страшно. Фу, Strong Spirit сбит давно. Это меня напрягает. Меня очень напрягает. Хорошо, много болтов-то. Очень даже. Хорошо. Так, плохо то, что у меня Strong Spirit сбили, это раз. Во-вторых, мне надо сейчас зарядить, быстренько залезть и взять корону. Я бы хотел другую корону на самом деле разблочить. И как-то все провернуть. Мне надо сначала здоровье восстановить, иначе я умру. Профит, конечно, жесткий. Где? Только восстановил. Спасибо. Тут же сбили. Так. Менты, привет. Как вам нюк? Зацени. Так, где еще кто? Мне нужен... Опять я не... Получу корону. Офигеть. Серьезно. Нет, я вот эту разблокирую, но я хотел корону крови. Strong Spirit. Чуть-чуть. Да. Ну, поехали.
Да, надеюсь, Нюк убьет трон достаточно быстро, иначе будут проблемы. Хотелось корону крови, но, блин, опять замешкался, опять он где-то вдали появился. Тот, кто мне нужен. Окей. Это я четверными выстрелами бил. И то пришлось достаточно дофига их всадить. Ну, по крайней мере, первую корону на L1 мы разблокировали. На UV. Хорошо. Минус трон. И L2. Понеслась. Жара. Так, а где вторая машина? Была вторая машина, кто видел? Вот вторая машина. Оу. Мухи. А-ля цикатухи. Базука. Ладно, у меня корона на патроны есть, буду с ней бегать, пофиг. L2 осилить не так-то просто. Я не думаю, что это прям получится. Ну и дальше, чем L1, это по сути уже чисто профит. Мастерство свое доказать. Я обычно бегаю с короной крови, чтобы больше врагов наубивать. У меня сейчас 1760, и это немного на самом деле. Привет! Четверной нюк. Всегда позаботиться о ближнем. Да, меня машина сбила. Но окей, важно вот что. Первая корона с L1. Корона любви, что ли? Корона Love? Только сундуки с оружием спавнятся. Ну, со старта ее брать, ой, с патронами не очень. В процессе, да, можно. Корона крови обычно берут, которая вот здесь, вот она мне заблокирована. Корону про ненависти, наверное, можно брать, пробовать. Но я думаю, мы их тоже все пооткроем. И это был неплохой забег, в любом случае, на этом. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.